Здравствуйте, милые друзья и гости моего канала «Сад чудес». И снова в моем саду. У нас стоит такая жара, что находиться просто невозможно. Ни в домике, ни в тени, нигде, только, наверное, у кондиционера. И, конечно, цветочкам тяжело. Но приходится поливать очень много, и розочки цветут. Квадра розочка. Это плетистая розочка, кламбер. Она у меня уже 5-й год. Цветочки 6-8 сантиметров у нее в диаметре. Но всегда обильно цветет. И очень такая облиственная. И она дает даже тень. Вот на крыльцо, она у меня около крыльца. И дает тень, и очень даже приятно. У нее такой аромат легкий, сладковатый. Но когда так обильно цветет, то, конечно, запах чувствуется. И, конечно, Garden Spass. Это что-то. Хамелеон розочка. Видите, у нее и желтоватые, и розоватые цветочки. Она меняет от сколько цветет цветочек. Он меняет свой цвет, он меняет от погодных условий. Сейчас у нас солнышко, жара стоит. Просто невозможная. 35 градусов, а на солнышке все, наверное, больше. Но, тем не менее, кусту 15 лет, и он меня все это время радует. Очень красивые цветочки, аромат. Вот он, я сейчас снимаю в 5 часов утра, и аромат очень чувствую. Нежный-нежный парфюм. Очень вкусный. А так как куст обильно цветет, то, конечно, аромат чувствуется. Вот 5 часов утра, на цветочках еще роса. И, конечно, можно спокойно ходить по саду. Через несколько часов будет уже невозможно ходить. Такая жара стоит. Еще так душно, ветра нет абсолютно. А это Поль Скарлетт около Garden Spass. Они куплены вот одни из первых 15 лет назад. И, конечно, радует. А это Инесс Састер. Кламбер. Но я пока вот нет подставочки у меня под нее, и она просто большим кустом растет, но очень красиво. Такой кустик раскинулся, очень красивая. 2010 год, Франция. Такой насыщенный розовый цвет с белыми и кремовыми штрихами. У нее очень красивая листва. Листочки мелкие, но очень глянцевые, очень блестящие. И роза производит такое приятное общее впечатление от куста. Очень красивый куст. И цветочки, конечно, такого пестренького цвета и очень красивые. Аромат интенсивный. Запах яблока и скошенной травы. Ну, вот я ощущаю какой-то фруктовый такой аромат, когда подхожу к кустику. Но очень вкусно пахнет. Я люблю розы, которые с запахом. Конечно, и красиво, и с запахом это, конечно, что-то. Она очень устойчива к болезням. Мороза устойчивая. Хорошо перезимовала. 2-й год. Это у меня сейчас розочки, которые 2-й год цветут, весны прошлого года. А это Чайковский. Кто его ругает, кто его хвалит, но мне он нравится. И хотя у него цветочки не так долго цветут, 2-3 дня, но бутонов много, он постоянно у меня цветет. И, конечно, когда распускается, такой красоты цветок, где-то размером 8-10 сантиметров, цветочки у него крупные, и вот он уже такой отцветает, показывает почти серединку, а в бутонах он такой вот скрученный лепесточки, красивый, очень красивый цветок, и, конечно, он меня радует. Он не болеет, хорошо перезимовал, то есть кустик вот 2-й год, но такой уже большенький. Сильный куст, хотя это флорибунда.
Но кто-то говорит, что это грандифлора, то есть как бы чайно гибридная, кто флорибунда, ну, в общем, вот кустик сильный. А это, конечно, такая красавица, Pride and Prejudice. Нежно такого бело-персикового цвета. Великобритания, флорибунда, такая элегантная роза принцесса Анна, насыщенно розового цвета. А это Изи Дастит, волнистыми лепесточками, оранжевая красавица. Цвет она меняет по мере отцветания. Он превращается в более такой розоватый, приобретает оттенок. А так она, когда расцветает, оранжевая. Краешки у нее волнистые. Но она не выцветает на солнце. У нас сейчас стоит такая жара, и уже давно, просто южная погода, но цветочки не выцветают. Конечно, вот такой показательный сейчас момент, выцветают или нет цветочки при такой жаре. Tess of the d'Urberville. Вкус, конечно, мощнейший. Великобритания, 98 год. Мощный куст, мощные такие стебли. И приятно пахнут цветочки розовым маслом. Цветы крупные, 8-10 сантиметров, но некоторые достигают и 12 сантиметров. Минерва. Первый год она у меня, вот она у меня пришла весной этого года, и вот она только первые дала бутончики, я их не обрываю, даю зацвести и посмотреть на цветочки, но красавица. Зацвела первый раз и Мияби, но она у меня питомника элит осеннего заказа, но вот тоже зацвела, одна из первых японочек зацвела. Дарси Бассел. Красоты необыкновенной. Куст мощнейший. 2006 года она, Великобритания, Остинка. Очень красивая, конечно, роза. Густо малиновые цветочки. Перед самопадением они приобретают даже такой сиреневый оттенок. Аромат приятный, фруктовый, устойчиво к заболеваниям и дождю, зимостойкая. Кустик, конечно, такой большой. По сравнению там с другими кустиками. Цветет у меня и такая вот старушечка Black Baccara, которая у меня уже лет 7. Мне она нравится. Причем у меня такие вот фотографии есть красивые, с капельками дождя. То есть она очень красиво смотрится, когда ее фотографируешь. Ну вот сейчас, конечно, жара. Она первую часть дня в тени, потом на солнце. Жара стоит невыносимая. Уже 10 часов, и дочь меня зовет на Волгу купаться. Уезжаю. А вечером все опять поливать.